and I'm looking forward to seeing some movies. All right, count to three. All right, ready? One, two, three! Добро пожаловать на неделю российского кино в Лос-Анджелесе. Welcome to Hollywood. В рамках недели российского кино в Лос-Анджелесе прошли показы некоторых интересных картин. Из РПГшки в Беттер долбанули. Как и положено дорогой проститутке, спектр услуг у меня достаточно широкий. Не слазь. Жаль, что здесь не показали Сталинград. Но зато показали прекрасный короткометражный фильм Константина Фама «Туфельки». Надеемся, что у Константина Фама получится и что его фильм получит признание Американской киноакадемии. Welcome to the Russian Cinema Week in Los Angeles. Very excited to see all of the films. Жизнь далась. Continue to observe Russian cinema. Now let me welcome everybody to the Wild Wild West. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. Мне 29 лет, и я хозяин жизни. Вот такая моя короткая биография. Делает это Роскино. Большое им спасибо, потому что, к сожалению, все практически средства массовой информации всего мира сконцентрированы на Голливуде. И что здесь происходит? Анна, вы прекрасны сегодня. Настоящий мачо. Куда уж деваться? Бросишь, приеду, башку оторву. Теперь скажи мне свое имя. Он вроде как бомж. Ну, в принципе, я не могу сказать, что прямо я удивлен, но мне было приятно, что аудитория так восприняла эту картину, никто не уходил из зала, все внимательно смотрелись и переживали. И, в общем, значит, фильм, наверное, искренне получился. И не обольщайся на свой счет. Еще неизвестно, что из тебя выйдет. Ну, мне очень нравится. Я считаю, что это миссия, непростая миссия продвижения русского кино на международном рынке, который взяла на себя компания «Роскино» и ее руководительница, очаровательная Екатерина Мацтуридзе. А ты взял тогда и все рассказал. Мне все понравилось. Прекрасный зал, прекрасная аудитория, люди, которые сопереживают. И дай бог счастья и удачи, чтобы все получилось. Футбол, друзья, девушки. Да. Большое, 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 большое будущее.